Всем привет, друзья, с вами Маламадрес, и это игрушка PUBG Mobile. Как вы уже поняли по названию, мы сейчас с вами будем играть в прятки от маньяков в PUBG Mobile. Почти год назад, а именно 14 августа, я выпустил первую часть пряток с маньяком. Она собрала аж почти там миллион просмотров, ни много ни мало, да? И многие мои зрители в комментариях под роликами пишут, давай снимем еще маньяка. Вот время настало, друзья. Да и вообще, в принципе, снимать ролики с вами, моими зрителями, довольно прикольно. Конечно, не всегда все идеи получаются, но это забавно, и если вы хотите больше видосов с вами, обязательно пишите об этом в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, ссылочку на Discord я оставлю, туда вступайте, потому что именно там я набираю себе команду для съемок. Вообще, сегодня утром мы изначально собрались совершенно для другого дела. Мы собирались снимать дерби в PUBG Mobile. Эту идею предложил мне мой зритель с ником Твой Батя, и она мне очень понравилась, но ввиду некоторых обстоятельств у нас не получилось снять целое видео. Но я просто не могу вам не показать ту минуту, ради которой мы сегодня все так пыхтели. Жесть, ребят, столько тачек, реально, я не думал, что у мы меня, столько найдем. У меня 20 FPS. Сколько машин? Подождите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У нас больше 20 машин, вы что, гоните? Все, ребят, хватит по тачкам, ищите все пистолеты, реально. Это свадьба какая-то миромарская. Давайте, раз, два, три, начали! Поехали! Все, поехали, 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 поехали! Ой, ППС, ты что со мной творишь? Да эй, вообще, по людям не стреляйте, по людям не стреляйте, убил. Что происходит? Чувака убили случайно. Стреляет? Ребят, ну такая жизнь, этот дерби, вы что хотели? О, боже мой, не-не-не-не. По людям. Старайтесь стрелять по тачкам, ребят. Но я, конечно, понимаю, что тяжело. По нам тоже стреляют, чувак. Кто стреляет со Скорпиона? Нечестно. Вы все врете. Ладно, ладно, все хорошо, так. Андрюха, да красава, красава, банк. Красава, я проезжаю, нас сейчас убьют! Жесть, это не дерби, это жопа, чувак. Автоаим, он наводит на людей. Автоаим? Да. Ой, отключай автоаим, значит. Ой, аимахит, я имею в виду. У меня нет такого, я отключил. Ой-ой-ой, нас сейчас рванут, нас сейчас рванут! Нас сейчас рванут, выпрыгивай с машины, убегай! Нет, все. Поздно. Жесть, неужели мы ради этих странных двух минут? Ну и, собственно, ребятки, погнали к маньяку. Но перед тем, как мы продолжим, обязательно поставьте лайк этому ролику и проверьте, подписаны ли вы на канал. Если нет, обязательно подписывайтесь. Ну и мы погнали. Так, ну что, ребят, расскажу правила для зрителей. Ребята уже правила знают. Мы в этот раз играем в маньяка, в прятки от маньяка. И у нас буткэмп. Выжившие могут прятаться в любом месте в буткемпе, но они не имеют права двигаться, пока их не нашли. В общем, они прячутся, а я их ищу. Как я их нахожу, я могу их, в принципе, насадить на мачете. Если они, конечно, убегут, то им повезло. В общем-то, правила простые. Я сейчас считаю до 15. У ребят есть 15 секунд. 15 секунд на то, чтобы спрятаться. И я иду искать. Все готовы? Да, ребята? Здравствуйте всем. Все готовы, да? Все, я пошел искать, занимать свои места только в пределах Красного дома. Погнали. Раз, 15. Все, ребята, я за ним выхожу. Я пошел их искать. Малышей, где вы? Я в прошлый раз, в прошлой серии, она вышла очень давно, и назывался их поросятками. Столько раз, что у кого-то бомбило в комментах. Я сейчас не буду называть никого поросятками, я буду называть их... Как их можно называть? Их можно называть, например, зайчики. Hello! Hello! Блин, я даже не попал. Я даже не попал в него. Смотри, привет. Здорово. Здорово, маленький. Стой. Здравствуйте, ребят. Здорово, как дела? Жесть, 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 жесть. Надо попасть по нему. Куда он делся? Он пинганул? Ладно, спокойно, хорошо. Все, тихо. Здорово! Ха-ха-ха-ха, ты далеко собрался? На крышу собрался? На, все, минус. Креативчик. Креативчик. Кстати, вы тоже страшненький, как маньяк. А, вы меня сейчас не видите, я одет очень страшно. Они меня должны бояться. Так, тихо, минус один. Тишина. Спокойствие. Только спокойствие. Мне кажется, что кто-нибудь есть вот здесь. Тихо, тихо. Привет! Здорово! Че, далеко собрался? Далеко собрался, спрашиваю. Беги, беги. Тихо. Одного еще покоцали.
В принципе, им можно лечиться. Я не запрещал им лечиться, поэтому если они хотят жить... Их бегуны, да? О, ребят, здрасте. Чё, как дела? Далеко собрался? Ой-ой-ой, я упал! Блин, а чё меня так рас... Они меня оттолкнули, походу, да? Ну ладно. Они не знают, кто, где я, где их враги. Здорово. Минус. Ха-ха-ха, беззубик, привет. Мы тебя немножечко покоцали. Ой, здравствуй, как дела? А-а-а, не успел. Не, тяжеловато на самом деле играть за маньяка, ребят. Здесь, мне кажется, за выжившего легче играть. Я обязательно это сделаю, обязательно попробую. Тихо. Здорово. Минус, креативчик, еще раз. Здравствуй, как дела? Как дела у тебя, дорогой? Ай, блин, ну как? Я же почти попал. О, беззубик умер. А че вы все опять разбегались? Там у меня что, ноги лишние есть, что ли? Ноги лишние есть. Ноги, да, лишние, я спрашиваю. Беги, беги лучше отсюда. Так, минус один у нас. Андрюха в итоге откис. Мы следующий раунд отыграем обязательно. Я буду прятаться, а то что так? Я все время за маньяка играю. Теперь нужно найти ребят. Где же вы спрятались? О, привет. Че, как дела? Я попал, да? Да блин, я не могу тупо... Тихо-тихо-тихо, сюда-сюда-сюда-сюда. А куда он делся? Мне кажется, что тут кто-то прячется по-любому. Ну, по-любому должен быть кто-то, нет? Да ладно, а куда он делся? Спокойно. Привет! Да как ты опять живешь-то? Я догоню тебя в этот раз. А, не догнал. Ты что, слышь, паркурщик, блин? А кто еще там бегает, а? Тихо. 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 Я видел. Спокойно. Тихо. Я видел. Я видел этого молодого человека. Че, хилимся, да? Хилимся? Это Бека. Бека, прости. Бек. Бек, ой, Бека, прости меня, я не знаю, что ты умрешь сразу, Бека. Ничего. Все, минус один склада. Так, я пошел искать оставшихся. Здорово. Никого нет. Подожди, а если он... Тут есть кто-нибудь? Оп, не видно. Погнали дальше. Мне кажется, снизу почему-то. Мне кажется, что где-то вот здесь прячется. Тихо. О, здорово! Да, еще один появился. Да, вот достали, блин, они здесь вдвоем что ли были? Давай, иди ко мне сюда, иди ко мне. Иди сюда, я ж тебя догоню сейчас, ты же не убежишь от меня. Ты же не убежишь от меня. Все, я попал. Как-то странно, я попал, пингануто, но Шарлотта минус в итоге. А давайте покемпим, давайте как эти, как кемперы сделаем, смотри. Смотри, смотри, пойдем. Пойдем посмотрим где-то. Иди сюда. Сейчас будем этот кемперить. Ребята, здравствуйте. А чего они не поднимают? У нас, кстати, зона уже. Нас уже... Тихо. Тихо. Куда он ползет? Ну что? Где твои друзья? Слушайте, времени остается все меньше, ребят. Я не дам тебе пройти. Да как ты так убежал-то, ну? Я догоню тебя, дружок. Не, они, конечно, сегодня резвые у меня очень. Вообще, хрен догонишь. Ладно, хорошо. Че, поднимать не будешь? Ладно, вы бросили Шарлотту. Теперь брошу я вас. Ну-ка. О, еще один лежит, привет. Да как так-то? Не, жесткие паркурщики. Это, кстати, последние двое остались. Мне нельзя их отпускать. Ни в коем случае нельзя отпускать. Я догоню вас, ребят. Тихо. Привет.
Да как так? Почему я не могу попасть? Я уже не знаю. Я упустил врагов штук 50, наверное. Иди сюда. Здорово. Здорово. На, попал. Зона идет. Отлично, отлично. Давайте, ребята. Давайте пообщаемся. Идите сюда, два выживших. А из здания-то нельзя выйти. Из здания выйти нельзя. Ой, кто-то внизу. Кто-то внизу. Минус. Ребят, остался один. У них остался один. Ну что? Иди ко мне. Ай-яй-яй, я упал! Собака такая. Я упал. Ты давай, на кулачках. На кулаках, давай. Готов? Ай-яй-яй-яй, я не вижу его. Это долбанное первое лицо. Я упал, поэтому... Ай-яй, все, они меня победили. Ну ладно, молодцы. Ребят, прикольно. Давайте теперь, короче, поменяемся. Поменяемся ролями. Нормально. Не, ну такой не, это худенький маньяк, но ничего страшного. Так, все, я стою в ряды. Правила уже все знают, да, как бы особо не будем мы. Все, прячемся, ребят. 15 секунд он считает и прячемся. И куда? Блин, и куда? Не знаю, не знаю, не знаю. Я уже куда-то лег, короче, я хз. О, не идея. Давай. Я лег, куда вы обычно прятались, но я не знаю, мне кажется, это место говно. Все, все, тише, ребят, не напрягайте мой. Он сверху спрыгнул вниз. Он меня видел, интересно. За ним бежит, я побежал к тебе, бег. Тихо, тихо, тихо. Бегу, по-моему, он меня спалил. Готовься. Если что, готовься бежать. Я видел, он спустился на наш этаж. А вы на первом? Он, короче, постреливающий бегает. Он за кем-то бежал, он за кем-то побежал. Фу. Не, ну вообще он меня должен был срисовать, потому что я, ну прям капец как спалился на самом деле. Я немножечко вперед пробегу, потому что мне прям хочется тоже побегать немножко от него. Так. Ой-ой-ой-ой, это я, нет, братан, нет, ну не пусти. О-бо-бо-бо-бо-бо-бо, вот я и заиграл. Это он за другим или за мной, подожди? За другим. Быстро сюда прибежал. Тихо. Не надо. Я побежал. Ну тебе, не надо на меня бежать, пожалуйста. Все, он меня, он забил на меня. Так, а вот их нашел. Он там всех, что ли, нашел? Не знаю. Ну что-то вроде, походу. Я сижу прям тут. Так, я подожди. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Они, походу, сюда сейчас забегут. Да, стадо бежит прям. Пробежали. Не, он тут! Он, походу, видит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Уходи! Нет! Не-не-не-не-не-не-не, он не попал, смотри, он не попал. No. Не-не-не-не-не-не, иди нафиг! Маничело пошел, нафиг страшный, как в Dead by Daylight прям, ну реально. Ай, он попал. А нет, ребята. Подожди, я побежал. Он, короче, меня сейчас убьет. По-моему, минус Макс. Да, походу, минус я. Не-не-не-не-не-не, спокойно. Тихо. Я не знаю, он это был или не он, я, короче, пошел спрячусь. Спокойно я спрятался, ребята, это страшно. Это как в ДБД, знаешь, мешает только солнечная погода. Была бы, ну, пасмурная, может, было бы реально крипово. Че, первый? Он за кем-то бежит! Лол, я видел вас. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А, меня спалили. Так, погоди. Бегите, ребят, бегите, он тупо издевается над маньяком. Он где-то уже над нами, второй этаж, да, по-моему? Он сейчас спустится на меня прям. Да, вон он, уходим. Бека, беги. Бека, не сюда. Так, я спрятался. Вы на втором, да, уже бегаете? Да, на втором бежит. О, он на первом. Он меня спалил. Отлично. Я побежал. Макс, как-то у тебя эффективнее получилось с маньяком играть, честно. Ну ладно, опыт. Жизненный опыт.
Тихо. Не, ну сейчас дольше и интереснее. Ну конечно. Слушайте, сейчас он хотя бы зона сейчас будет сходиться. Сейчас будет еще интереснее, когда мы будем все щемиться в одну. Не поднимайся сюда! Не поднимайся! О, так, я понял. Мой? Не знаю. Да, он за мной. Да, он за тобой. Он с другой стороны, по-моему. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Я тебя его выведу. Ты зачем его ко мне привел? Сумасшедший, нет! Нет! Это так. Он нас не пустит, он не пустит нас. Убегаем, 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 убегаем. Я на крыше. Так, ты убежал. Я убежал. Ну ты же хотел, давай не хилься. Жесть, а он хитрый, он мои приемы использует. Я тоже вставал, короче, в проходе. Ну блин, ну тут тяжело на самом деле. Вот тебе не нокнул. Так, слушай. Ой-ой-ой, он побежал за кем-то еще. Так. Так, ребят, не топчите, не топчите. Ой-ой-ой, он меня увидел. БК, как-нибудь, прошу, умоляю. Сейчас. Поднимите его, подниму. Давай я подниму. А, он на первом у меня. Ой-ой-ой, дай пройти! Да, я кончил. Дал, ты серьезно? А что так быстро? Он по мне попал. Я сделаю вид, что я буду в него стрелять, на самом деле, такой типа. Так, еще один крякий. Не повелся. Или повелся. Подожди, повелся, побежал. Ну да, он на втором бегает. Он на втором бегает? Все, он... ребят, пошлите спрячемся на оставшемся. За тобой, Макс, а он убежал. Я понял, тихо. Зона пошла. Блядь, на лестницу идет. Нет, не стой. Не подходи ко мне. Нет, не подходи ко мне. Я боюсь тебя. Не подходи ко мне, я тебя застрелю. Нет. Попалить не получилось. Нет, он не попал. Ребята, я сейчас сдохну просто. Есть хилка у кого-нибудь? А, я тебе дам, подожди, он за мной бегает. Как он промазал? Ну как? Боже. Всё, зона. Подожди, я сейчас умру. Есть хилка-то по итогу? Нет, ни у кого нет. Ну ладно. Да все, я уже тоже умру. Фу, ребят. Давай, выходите все на пристройку, чтобы он нас закончил здесь как раз. Давай, поднимай. Как его размутить? А все, трое, вы вдвоем остались. Да ладно. И он. Макс, слечись. А у тебя есть что-нибудь мне полечить? Я тебе кину. Спасибо. Я не успею, наверное. А может успею. А, мы выиграли! Лол, мы выиграли. Просто маньяк от киса, я еще успел захилиться. Неплохо, круто. Ребят. Все, ребят, спасибо вам. Этот ролик, я думаю, точно получится. Всем огромное спасибо за помощь. И давайте увидимся, спишемся. Андрюх, выдай всем роли, если у кого... А, вот тут у всех есть роли. Все. У всех есть. Ну все, давайте. Пока. Ну, в общем-то, и все, друзья. На этом мы будем с вами заканчивать. Не забывайте поставить лайк этому ролику и подписываться на канал. С вами, как всегда, был Маломадрес. Увидимся в новом видео. Всем пока.